Угадать сказку по ее началу или узнать персонажа по картинке. Каждый год в Одинцовской библиотеке номер 4 проходят библиоканикулы. Учащиеся начальных школ, которые отдыхают в летних лагерях, принимают участие в играх, мастер-классах и квизах. И сегодня наша библиотека подготовила для лагеря такую интересную игру актуальную, по пушкинским сказкам, его биографии. Вот сейчас детки окунутся, вспомнят. Нам, мы даже иногда не столько рассказываем, сколько закрепляем знания. Потому что мы надеемся, что школа им тоже дает какие-то знания. Но если они не знают, благодаря нашим мероприятиям, да, мы что-то рассказываем, и дети больше узнают. Никита уже в четвертый раз приходит в библиотеку, чтобы проверить свои знания сказок Пушкина и принять участие в квизе. Юный любитель русской классики уже давно знаком с творчеством поэта, а благодаря мероприятиям в библиотеке каждый раз узнает новые произведения. Мне очень понравилась сказка. Сказка о царе Салтане и сказка о мертвой царевне и семи богатырях. И сказка о золотой рыбке. Подобные занятия в игровой форме вызывают у ребят интерес к творчеству русских писателей и поэтов. В этот день библиотеку посетили около 25 детей. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».